привет с канала Dream Team. И сегодня мы приехали на фидерную рыбалку, на то место, где мы в прошлый раз сидели также и кидали с помп. Но сегодня попробуем снять именно рыболовный блок по ловле, по благоустройству вашего места при фидерной ловле. Сидим, балдеем. Мы поставили палатку уже, GoPro-шка снимает кончики фидеров. Хотим внедрить в наши видеоролики съемку с GoPro. Будем это пробовать пытаться. Пробовали покидать самодельные бойлы при помощи кобры, чтобы закормить. Два фидера стоят. Из пойманной рыбы вот такая густерка, побольше и хороший лещ. Опять-таки, все отчеты о рыбалке мы скидываем в группу и на моей странице, и в нашем инстаграме. Из снастей у нас тут подсак стоит. Кристина рыбачит на фидер компании Кайман серии Dream до 120 грамм. Катушка у нее Salma Feeder River 40 с четырьмя подшипниками. У меня кайда Impulse 2.7, тест 60-160 и катушка по типу Cobra компании Golden 4 плюс 1 подшипник вроде как, но не факт, что она там стоит. Пока без клевья рыбачим на Миненко слива, опарыш червь, пробуем диповаться, пшикаем, пробуем. Погода, ну, ветер есть, конечно, течение. У меня кормушку вроде бы не сносит она у меня, потому что грамм под 50. Кристина сидит на спирали, но опять-таки вроде бы на одном месте у нее стоит. Как у нас что клюнет, попробуем заснять этот момент. We'll be right back.
погода у нас, не сказать, что испортилась критично, но большой ветер, точнее сильный ветер, 20 метров в секунду, как по прогнозу погоды, сильное течение. Заменяли уже монтажи, удлиняли поводки, укреплялись по весам в кормушек. Последние поклевки были, наверное, еще засняты на камеру. Маленькая густерка. А так течение путает оснастку. И поклевок мы соответственно не видим. Рыбалка наша сегодняшняя подарок.